Ими кого-то можно сильно покоцать. Дзынь, видите? Пробили. Вот этого синего надо уничтожать. Так. Зараза, он ракеты использует, чувак. Слабоваты у тебя пушки, хочу я сказать. Так, нет, не слабоваты, улетаем нафиг. Не хочу я умирать пока что. Так, собираем свой корабль заново. Ёжика нашего чудесного. Может мне вообще сделать корабль шар? Как многие делают, кстати. Полностью из брони. А внутри какую-то полость для пушек. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Улетаем, 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 улетаем. Подальше. Ой-ой-ой. Ракеты, сраные ракеты. Чего они так летят быстро? Отбили мне половину корабля. А тут оранжевые как-то отвоевывают куски. Вы посмотрите, как они умудрились. Их же уничтожают моментально. Что это за фигня? Почему здесь все под оранжевыми? Вы чё их распустили? Вы не умеете таранить? Слушайте. Вы что, реально их не можете победить? Это ж оранжевые, они лохи. Это же хардкорная раса. Так называемая. Так. Бздынь. Сейчас я помогу. Так, ну с базой все тут нормально, видите, она защищается даже. О, о, красавец! Прилетел такой, убился об меня. О, красный, большой и красный хрен. Вот видите, как надо с красными общаться. Большой красный хрен моментально был уничтожен. Так и надо с ними, никак по-другому. Ну, хотя мы когда-нибудь за красных тоже сыграем, я думаю. Сдынь. Ударились немножко. О, сквозь астероид, вы видели, пролетел? Вот это я понимаю. Мощь. Опять лимон здесь этот. Слушай, лимонады. Тут еще какой-то квадрат. Лимон, квадрат. Еще какая-то фигня. Так. Но я сделал то, что я хотел. Ну и ладно. Тут еще красные летают. Красные — это же просто находочка. Это же просто загляденье. И вообще, давайте-ка я сделаю так. Тут нужно изменить. Все-таки пушки нужно поставить так вот, традиционно.
Вот так вот. Стройтесь, пушечки. Замечательно. Что? Я об растение ударился сильно. Походу я растения крошить не могу. Могу только крошить всякую фигню. Так. Кстати, что это за корабли такие странные? Ну ладно. Это типа агенты, я так понял. Так. О. Что так слабо? Так, тут захватили. О, уничтожили одного. 800! Хоть бы я дожил до того, как их сдам. Ну, 800 это не так уж и много. За некоторые базы больше давали, конечно. Но все же. Так. Есть. Так. Ох, я половину снес ему. Ну, вообще половину его снес. О, тут куча этих лимончиков. Дебильных. Сколько? Все, мне хана. Это было предсказуемо. Слишком много тут этих колечек, которые я, в принципе, мог бы, наверное, протаранить. Но все же. Не сделал этого. Так, смотрим, что у нас. Смотрите, как-то мы медленно галактику покоряем. За стражей. Ну, по понятным причинам, я думаю. Так, и что мне тут нужно? Помочь чем-то? Чем я тебе могу помочь, парень? На тебя типа кто-то нападает. Да я знаю, что на вас на всех нападают. Так. Ой, я самоубился. Отлично. А как же мне выжить тогда? Да, тут у нас не очень-то большая территория под контролем. Нужно побыстрее накапливать на хорошее оружие, на хорошее. И потом уже воевать по-нормальному. А то астероиды-то я разбомбил. Ну что это нам дает? Ничего это нам не дает. Стоп, что это за красавец такой? Его можно, наверное, себе взять в помощники. Вот, видите, тут посередине. О, у него, видите, вот эти вот супер лучи, типа. Ну, ими попробую еще выстрелить. Что это он здесь стреляет? Да, у него тут куча турелек и лучи. Такой полумесяц летающий, видите? Но он слабенький на самом-то деле. Видите, насквозь прошел. А здесь... Об водоросли ударился и ничего.
где как повезет. Так. Здесь как масло пройдет. Нет, не прошел, блин. Чего это он не прошел как масло? Как сквозь масло, точнее. А тут, смотрите, оказалось, что нету врагов практически. И зачем же я там лазил, если надо было здесь лазить? А здесь и баз нет особо. Кто-то здесь все уничтожил. А что, я не могу его убить? Да убей ты его. Малявку эту. Дроны сейчас тут успокоятся и будет все норм. У дронов слишком маленький урон, они не смогут мне ничего сделать. Ой, вот это вот опасные вещи тут. Нужно уничтожить, несомненно. Есть. Так, захватили. Теперь туда. О, одного уничтожили. Да ну что? Об растение бьется. Растения почему-то не... Про это не прожигаются им его броней суперской. Вывод: растения наши враги. Оно так в принципе и есть. Вот эти вот еще розовые тут летают, придурки. Так, о, смотрите, как он тут всех замочил. Так, ну блин, ну растения. Ну растения, тут уже лазер по нам бьет кучу времени. Так. И меня уничтожили, замечательно. Ща и без нас справятся, я думаю. 15 тысяч уже. Осталось не так много до... Вы поняли, чего? Чего-то эпичного. До ядерных ракет. Надо было начитерить и не париться. У стражей, кроме ядерных ракет, походу, ничего и нет такого интересного. Но зато эти ракеты где-нибудь вдалеке стал и пуляешь их спокойненько, и все. И у тебя никаких проблем вообще нет. Давайте красного уничтожим. Он вообще фиговый. Красные охи, фу, красные охи. Бабах,
Просто. И броня фиговая, и щитов у них вообще нет. Непонятно, как они вообще рассчитывают у кого-то победить. Так. Так, сюда. О! Просто пролетел рядом и не парюсь. Так. Есть. Так, теперь отпусти меня, пожалуйста. Есть. Туда дальше давайте полетим. Сколько мы уже? А мы неплохо так позахватывали. Ну как, я позахватывал, но наши силы не контролируют все эти позиции, поэтому... Довольно пофигу на все это мне. Вот это забавно. Это, походу, территория людей была, по крайней мере. А, вот, как раз люди, видите? Я впервые вижу людей со стороны. О, какие они слабенькие. Вообще просто слабенькие. Хотя я за них неплохо играл. Странно. За слабых я круто играю. А за сильных как-то не могу. На! Ну что, красавец, попался? Сейчас людям будет не очень хорошо. Да, тут видите их станции, которые они могут восстанавливать. Ну, естественно, они это делать не будут при мне, по крайней мере. Я этого не позволю. Так. Вздынь. Чё это ты застрял между шестеренок этих долбаных? О, отлично. Почему пушки Гаусса как-то вообще никого не трогают? Так, пробили, отлично. Сюда теперь надо. Конечно, к этим колючим растениям я не пойду. Я лучше буду на территории землян тут фигнёй страдать своей. Земляне вообще мне ничего не смогут сделать. Ай, нет, могут. Могут еще и как могут мне что-то сделать. Очень нехорошее могут сделать. Больно могут сделать. Больно моей попе могут сделать. Ужас. Какие нехорошие земляне. Делают больно моей попе. Так. Мой анус запеканус. Улетайнус. Пиздынь. Все. Ну, естественно, уничтожили. Ах, вы ж маленькие засранцы. И, естественно, я очень далеко возражусь. Да. Мне, наверное, надо уже переходить на строительство собственного флота. Потому что без этого, я вижу, ни за одну расу нельзя жить. Хотя, вон, смотрите, там есть синенькие эти. Нужно туда долететь, и все будет норм. Так.
Ладно. Да чё ж ты так остановился резко? Ты должен был все это пройти. Есть. Такой, наверное, чувак офигел. Типа я сюда прилетел, а тут уже натворили дело. Нет, это другая база, я другие делаю обычно. Ну, не похоже на мой спутник, который я делал по умолчанию. Так, вот сюда. Так, и сюда давайте. Слушай, ты чувак с пушками типа. Ты типа такой умный, да? За что за него вообще дают такое количество ресурсов? Он ведь вообще элементарный, Ватсон.